Привет! Рада, что вы зашли на мой канал «Королевство вкусных блюд». Давайте приготовим вкусный и полезный десерт. Творожный, с сухофруктами и орешками. Лакомство понравится не только деткам, но и взрослым. И если вы еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые вкусные и интересные рецепты. Ингредиенты и описание рецепта также вы сможете найти под этим видео. Давайте начнем готовить! Нам понадобятся сухофрукты, вяленые мандарины, лимоны, клубника, орешки, творог, сахар, сметана, желатин. В миску высыпаем желатин, заливаем водой, хорошо перемешиваем и даем настояться, чтобы набух. Затем в миску кладем творог, сметану, сахар, немного перемешиваем. И в блендере доводим эту массу до эластичной консистенции. Она вот такая получается нежная, без комочков. Теперь подготовим наши сухофрукты и орешки. Лимон режем, в нем есть косточки, поэтому обязательно убирайте все косточки, чтобы они не попались вам. Режем непроизвольной формой. Вяленый мандарин, в нем тоже есть косточки, поэтому будьте внимательны. Косточки убираем. И нарезаем непроизвольно. У фиников убираем косточку. И режем мелко. Берем клубничку, нарезаем. Разрезаем миндальные орешки на несколько частей. Берем вяленую вишенку. Режем помело. Калину сушеную. Арахис. Фундук. Вот столько вот у нас вкусняшек и лакомств будет в нашей творожной массе. Желатин распускаем в микроволновке несколько секунд, но не доводим до кипения. Вот такой реденький у нас он получается, жидкий. Добавляем в творожную массу. Хорошо перемешиваем. И добавляем все приготовленные нами сухофрукты и орешки.
все перемешиваем. И распределяем по формочкам. Попробуем несколько вариантов. Первая — силиконовая форма. Наполняем нашу массу. Второй вариант — возьмем бумажные одноразовые стаканчики. Тоже кладем, заполняем нашей массой. И убираем в холодильник на сутки. И третий вариант — возьмем пластиковую бутылку, верх отрезаем и заполняем нашей творожной массой. Накрываем фольгой и убираем в холодильник. А утром будем баловать себя и своих близких. Вот так вот оно выглядит на второй день. Как это стыло. Бутылку разрезаем и осторожно освобождаем. Вот такая колбаска у нас получилась. Разрезаем на порции. Посмотрите, как красиво смотрится в разрезе. И как это вкусно. Стаканчики проделываем также, разрезаем. Вот такие стаканчики у нас получились. И третий вариант — силиконовой формы. Больше всего мне он понравился. Смотрите, какие получаются. Гладкие, эластичные, однородные. Если вы видите немножко жидкость, это из-за вяленых мандарин и апельсин. Вкус и качество он не портит. Получается очень вкусно. Вот такая красота и вкуснота у нас получилась. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, делитесь им с друзьями, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан, не забывайте про колокольчик и до новых встреч. Готовьте с любовью, живите вкусно!